Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня 5 января 2023 года. Я только что провел занятие в своей группе «Долголетие» Мурманск. Мы занимаемся уже шестой год в этом сквере на Ленинградской, в городе-герое Мурманске. И шестой год я всем желающим, это благотворительный проект, всем желающим даю основы практики Ицюань, столбовой практики, Шили. И базовыми для изучения у нас являются также комплексы Тэйди Цигун 18 форм и Цигун 8 кусков парчи, комплекс Бадуань Цзинь. Вот. И вот этим инструментом мы правим свое тело, дух, сознание, укрепляем здоровье. Ну и скажу, что практически все участники проекта вот этого благополучно прошли пандемию, занимаются и в полярную ночь, как и вот сегодня мы занимались, полярная ночь в разгаре. Вот. И вот эти методы, они работают, и мы шаг за шагом продвигаемся, узнаем что-то новое о себе, улучшаем свое здоровье, укрепляем свой дух. А в этом же месте я совсем недавно, у нас 8 декабря закончился двухлетний цикл наших ежедневных занятий, когда я выезжал в другие города: Москву, Питер, Казань, в Крыму был. Я эту практику тоже продолжал, но большая часть занятий записана здесь. И в этом году я говорил, что возможно я продолжу вот такие занятия ежедневные для вашей мотивации, для того, чтобы помочь вам дисциплинировать себя. Ну и, конечно, сам тоже, когда ты взял на себя такие обязательства, ты уже пропустить не можешь. Это дополнительная мотивация для меня тоже. То есть я уже не могу сойти с этих рельс, которые сам установил, и вместе с вами делаю все вот эти наши практики, занятия, повторяю методы Ицюань. И я говорил, что, возможно, я продолжу проект, и, подумав, я решил начать новый проект. Подходящая дата как раз у нас очень правильно, я думаю, для начала нового цикла, это Рождество, 7 января, 8 часов утра. В этом самом месте мы с вами продолжим наши занятия ежедневные, онлайн. Вот. Что я хотел бы добавить? Давайте я сразу сейчас приму положение столба, и уже в столбе вам буду все эти вещи рассказывать. Кто умеет выполнять практику Джан Жуан, Ян Шен Жуан, оздоровительные столбы, Чин Бао Жуан, вы можете принять это положение, и дальше я уже буду прямо в столбе там рассказывать. Итак, те, кто еще не начал, но присматривается к этим практикам, для вас хороший повод начать 7 января вместе со мной. Шаг за шагом я буду все объяснять вам, рассказывать, начать практику. В идеале, конечно, каждый день. Если по каким-то причинам вы пропустите, я рекомендую на следующий день сделать двойную норму, по возможности, конечно. А возможно, разбить практику вашу на две части. Возможно, вы посмотрите это в записи, практику позаниматься, когда вам удобно. Обычно я начинаю в 8 часов утра по московскому времени. Те, кто уже занимался, уже такие мне приходят сообщения, что-то мы не можем найти ваши утренние занятия. Где они? Вот, уже привыкли люди некоторые заниматься. Я периодически сейчас выкладывал видео, но они не каждый день были. Ну так вот, у вас как раз такая возможность появится, и мы продолжим практику. И
В этот раз, в этом цикле, я особое внимание хотел бы обратить на хороший фансун. Фансун – это, если проще сказать, правильное расслабление, когда у нас тонус сохраняется, сохраняется натяжение. А основа фансун, как я уже неоднократно в своих выпусках по Ицуань вам объяснял, это душевное спокойствие. Успокоить свое сердце, успокоить беспокойный ум, отпустить все вот это суетное, то, что нас каждый день, мы вынуждены в это погружаться, но тем не менее мы можем себе позволить какое-то время отпустить вот эти все детальки и сосредоточиться на главном. Без душевного спокойствия очень сложно достичь внутреннего равновесия, очень сложно сосредоточить свой ум, очень сложно найти фансун, другие методы фали тоже труднодостижимы. Поэтому мы, выполняя различные детали каждого метода, на которые тоже буду обращать внимание, выполняя разные техники, все время будем возвращаться к теме душевного спокойствия. И я надеюсь, это пройдет красной нитью для вас. И мы посмотрим. Я обозначу какие-то промежуточные такие точки, в которых вы можете понять, что вы достигли, на что еще больше обратить внимание. То есть вот эти вехи по пути нашей практики, они тоже важны для того, чтобы практику поддерживать, огонь этой практики, внутренний огонь, который будет вас стимулировать дальше делать, поскольку обычно начинают все легко, а вот постоянно делать что-то непросто, особенно какие-то новые дела навалились, отвлекли, какая-то командировка, поездка, и вот вы уже вышли из практики на день, на два, на три, а снова включаться сложно. Вот. Поэтому из своего опыта я отметил бы, что важно для себя принять решение заниматься каждый день. Если времени мало, хотя бы немножко позаниматься. Практика действительно улучшает здоровье. Вот я на своем опыте 2 года занимался, и вы видели, что я каждый день занимаюсь. Так вот, даже если вдруг какое-то недомогание в легкой форме, конечно, то можно сделать запасной вариант. А это запасной вариант тоже очень, на самом деле, эффективный, важный. Это выполнение столбов или шли, вот этих методов сидя. Есть варианты лежа делать. Тоже хорошая практика. И даже если вы и здоровы, тоже рекомендую вот эти методы, мы периодически делаем, выполнять. Вот. Ну, а что касается столбовой практики, вот я сейчас выполняю столб Чинбао Джон, я еще раз подробно каждый раз рассказываю, что и как мы делаем. Ну, и ссылочки оставляю для начинающих. Много видео. Есть проект «Школа Ицюань», где вы можете посмотреть эти видео и с самого начала шаг за шагом пройти все этапы. Если тяжело дается этот столб, я всегда даю запасные варианты. Вот столб, допустим, Тибао Джан, где у нас руки располагаются внизу и значительно легче стоять, не так сильно уже напрягаются плечи. Опять же, каждый раз я объясняю, даю пояснения, рекомендации, что делать, если у вас напряжение нарастает, что делать, если вы отвлекаетесь. И вы, оставляя свои комментарии к видео или делая записки в чате нашей трансляции, тоже задаете вопросы, и так мы шаг за шагом двигаемся. Вот такой небольшой анонс я бы хотел сделать. У вас есть сегодня день, завтра день, чтобы настроиться на эту практику.
И давайте, друзья, попробуем это сделать вместе. Ну, а дополнительные детали касательно вот этого цикла я еще буду делать для вас. И мы вместе начнем эту практику, надеюсь. Ну что, друзья, хорошего дня вам, хорошего настроения. Будьте здоровы, укрепляйте свой дух. Готовимся к новому циклу ежедневной практики онлайн 7 января 2023 года. Ну а сейчас вы можете продолжить практику. Вы знаете много других столбов. Кто-то знает Фуанчжуан в позиции Динбабу. Вы знаете практики Шили, Бошу Шили, Кайхай Шили. Знаете методы Моцабу. Все это мы с вами будем делать шаг за шагом, двигаясь по этому пути. Метод Фали, другие. Когда будет партнер, я где-то буду дополнять это все туй-шоу, демонстрация. До встречи, друзья. Будьте здоровы.